Купальный сезон в Искитиме продлен до 15 сентября. Впрочем, его итоги уже подвели. О них рассказал заместитель руководителя службы гражданской защиты населения Евгений Кучма. 19 июня областная комиссия оценила готовность центрального пляжа к купальному сезону. Это единственное место в городе, где разрешено купание. На время сезона аттестацию прошли 9 матросов-спасателей. Позже были обучены еще 4 человека. До начала купального сезона была проведена ревизия спасательного инвентаря и подготовка плавательных средств к эксплуатации. Согласно решению комиссии, приняты меры, обеспечивающие безопасность купающихся в акватории пляжа при прохождении маломерных судов по реке Бехте и оборудовании детской купальни. Выставлены буйки, проведено водолазное обследование дна в районе пляжа, произведен ремонт пляжного инвентаря и оборудования. До конца лета спасатели патрулировали акваторию от коммунального моста до пешеходного в индустриальном микрорайоне. Кроме этого, в Искитиме прошла областная акция «Вода – безопасная территория». А за время городской акции более 600 детей научились плавать на базе нескольких школ и детского лагеря. Также проводилась профилактическая работа среди взрослых и детей. Силами сотрудников учреждения и специалиста ГУЧС-центр Новосибирской области была организована информационно-пропагандистская работа с учащимися по предупреждению несчастных случаев на водных объектах. Проведено 14 занятий с охватом около 1000 человек. При этом распространено примерно 1000 экземпляров наглядной агитации. В этом году зафиксировано множество случаев нахождения несовершеннолетних детей на пляжах без присмотра взрослыми. 7 детей за лето были переданы сотрудникам полиции. Не обошлось и без трагических случаев. В начале июля утонул мужчина недалеко от городского пляжа. А в индустриальном микрорайоне на воде погибла девочка 14 лет. Тем не менее, жизни нескольких людей были спасены. Начальник спасательной станции Александр Грицев за лето спас 2 девочек. Матрос-спасатель Александр Шкурин вытащил из воды мужчину. И матрос-доброволец Евгений Поляков помог женщине и ребенку. За отвагу и героизм их наградили грамотами.